You stare into my eyes and it makes you wonder, is she the one I'll take home? I stare right back at yours and it makes me wonder, why is he here alone? У нас невероятно красивая территория отеля. Повсюду факелы с огнем. Пляж собственный. Бассейн. Такое здесь умиротворение просто невероятно. Виды очень красивые. Это мой первый раз на Гавайях. Я здесь никогда не была. Очень хотела побывать. И побывала, вот. Не могу поверить своему счастью. Так красиво, так приятно. Здесь тепло. Погода волшебная просто. Смотрите, какой здесь пляж у нас. Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой YouTube-канал снова! Я знаю, что я давно не снимала влоги. Извините, пожалуйста, мне нужно было какое-то все-таки вдохновение, рывок. И вот он настал. Кто следит за мной в Instagram, знает, что я вышла замуж недавно здесь, в Америке. И мы приехали на медовый месяц в Гавайи. Так что я решила снять вам влог из Гавайев. Я здесь никогда раньше не была. Впервые это территория Америки, но с такой вот экзотикой гавайской. А мы сейчас находимся в нашем отеле. Очень красивый, живописный. И я вам сейчас его немножко поснимаю, покажу. В общем, я так счастлива. Все у нас прекрасно, хорошо. Медовый месяц. В общем, поехали показывать вам территорию отеля. Показываю вам вид с нашего номера. У нас 7-й этаж, есть вот выход внутри к такому вот барчику небольшому, вроде как бассейн, да, но я не вижу, чтобы там кто-то купался, может быть, он декоративный более. Очень мне нравится территория, все так открыто, знаете, продуваемо, зелено, вот такая вот красавица лежит здесь, худенькая. Вот, и отель на самом деле очень большой. Большой — это только одно здание отеля. Я сейчас выйду на балкон, уже покажу вам совершенно другую сторону отеля. У нас вид прям на море, на очень красивое море. А вот, посмотрите, какой шикарный у нас вид с балкона. Вот, вот это вот, вот все, все территория нашего шикарнейшего отеля. Пляж собственный. Церковь, в которой все женятся, ну не все, у кого есть деньги, потому что это стоит очень дорого здесь в Гавайях, тем более на территории отеля в церкви. Тепло, солнышко, погода шепчет вечером, очень приятно. Погода отличается кардинально от погоды во Флориде, очень сильно. Во Флориде прям жарко, прям, знаете, так резко жарко, очень влажно. А здесь прям вот свежий воздух и тепло, и очень приятная погода. Видно горы, посмотрите, какой вид. В общем, у нас программа очень веселая. Мы делаем снорклинг, мы путешествуем, мы кушаем. Так что все хорошо. Итак, я пользуюсь советами моих зрителей. Я спросила, куда нам ходить покушать. Мне посоветовали один суши-бар. Мы сейчас туда едем. Мы вот суши-бар. Называется он Исана. С вот таким вот видом на гору и на воду. Вот, смотрите, я специально заказала морского ежа. И он другого цвета, он свежий, он не мороженый. Прям здесь из водички. Красота. Пришла потрогать водичку в 8 утра. Ой, а она-то теплая. В принципе, мы идем на снорклинг сейчас. Можно, в принципе, нырять. Не так уж и холодно. Так красиво здесь. Как будто, знаете, Индия или Таиланд даже. Можно сравнить. Мы выехали из своего отеля, едем делать снорклинг. Странное место сбора, здесь контейнер. Зовет меня мой муж. Да. В общем, здесь можно купить такие футболки сразу с SPF защитой. Мы взяли себе по одной штучке, будем в них плавать. Здесь очень популярно это в Америке. Специальные такие вот футболочки, мужские и женские. Я думаю, что мы отправимся дальше на автобусе, на место назначения. Там, по-моему, на корабль едем. В общем, мы пришли на пляж.
И нам сказали переодеться, снять обувь, одежду и идти вот на вот эту лодку, скорее всего, мы пойдем сейчас все, будем делать снорклинг. Снять обувь и идти на вот эту лодку парусную. Интересно. Нам сказали не использовать наш санскрин, который мы купили, потому что в нем содержатся химикаты и очень вредно для коралловых рифов. Поэтому они дали нам свой органический, чтобы не испортить экологию Гавайев. Нам тут раздают cinnamon roll с ананасами. Passion fruit напитки. Все включено. Называется Malakini Snorkeling Zone. Возле такого маленького острова. Сказали, ничего нельзя брать здесь с собой. Это неприкасаемая зона. Боже, посмотрите, какого цвета вода красивая. Я вижу дно. Это невероятно. Ой, май гад. Это очень красиво. Смотрите, мы приехали на другой участок нырять. Здесь увидели черепаху. Вот она плывет. Вау, wow, this is so big. Большая черепашка. Посмотрите, вот эти островки, это лава. Это все лава от вулкана. Что здесь везде, повсюду вулканы в Гавайях. Вот эти черные островки, это все застывшая лава. Очень красиво. Нам очень понравилась эта программа, снорклинг. Мы провели прям классное время с 9 утра до часу. И нас и накормили, и напоили. Сейчас загораю просто. Ехали мы по трассе, остановились около вот такого прилавочка с соками. Небольшой рынок. Кокосы. Местные. Ой, фрукты. Кокосы, бананы. Ананасы. Все, я хочу кокос. Я хочу манго, папайя. Я хочу все здесь. А тут, смотрите, засушенные фрукты. Соленые, они любят кисло-соленый вкус. И тут все уже в таких вот специях. Папайя, манго слишком... Почему-то он слишком оранжевый, как будто покрасили его. О, я хочу фрукта. It's cool. Ну, что это за фрукты такие? Yeah. Okay. Говорит, для Сары купим, чтобы Сара посадила вот эти цветочки гавайские. О, так мило. Говорит, выбирай, что хочешь. Выбираем. Манго. Надо взять манго. И кокосовые конфеты и чипсы. Засушенные. Кексы даже продают. Вареничка. Это что у нас? Гавайский мед. Ой, это класс. На Гавайях тоже экзотика. Вот такой вот в Америке тоже бывает. Видите, мы заплатили за все 200 баксов. Тут буквально ничего. А сумма вышла $200. Там всякие снеки и так далее. Прикиньте, какие здесь цены. В Азии бы мы заплатили $20 за все это. Вы знали, что на Гавайях можно встретить китов, увидеть? Вот здесь вот с этого пирса наблюдают за китами. Только мы их сейчас не видим. Сегодня потрясающий закат. Мы уже на территории другого отеля. Можно по дорожке прямо вот так и к нему и пройти. Очень много отелей соединяются. И люди стоят, снимают закат. Боже, как это красиво. Невероятно. Смотрите, что
Вот, вот так устраивает на Гавайи private dinner. А для молодоженов или для компании очень красиво. Невероятно просто. Всем доброе утро. Мы сегодня приехали по совету наших подписчиков вот, вот это вот кафе. А здесь очень интересные завтраки. Оно маленькое на дороге, но очередь мы уже стоим 30 минут здесь. Просто вот на таких вот кружочках. И уже 30 минут стоим в очереди, потому что ковид и все хотят сюда. Но мы решили все-таки выстоять, да. И самообслуживание, в общем, но помогает, что есть картинки хотя бы. Выстояли 30 минут. Вот такой дурдом. Напомнило мне чем-то это Индию. Индию, Гоа. Тоже так все это на дороге, все сидят, едят. Только коровы не ходят еще. Шли в сувенирную лавку для подарков для Сары. Такие интересные штучки-брючки продают. А заколки, кстати, вот как в Таиланде. Вот, смотрите. Мой аутфит сегодня. Прозрачные шорты. Прикольно, да? Сейчас столько людей. А вот мне, кстати, очень понравились бусы. Но мы боимся, что собаки их просто разгрызут когда-нибудь из ракушек. Их надевают по прилету на Гавайи мальчикам вот такие вот с камнями лавы, а девочкам с цветами, как бы, как обычно, либо с ракушками. А, кстати, мне еще очень понравился здесь сироп из кокоса. Он такой сладенький. Поливать его на блинчики. Прикольная тема. Я не видела даже на iHerb ни разу. Вот на бутылке платья. В каждой стране свои особенности, да, как говорят. Окей, сегодня у нас ужин в стиле алау. Луау. Так что романтический ужин в стиле луау. Ой, нам дают вот такие венючки. This is chocolate, baby. No. Look like milk chocolate. Bathroom is around the corner. Менюшечка наша. Everything, whatever you want, baby. It's a lot of people. Of a new land, a new home to call their own. Сегодня у нас свободный день, и мы решили отправиться на машине по вулкану в поезде. Называется это Road to Hana. Такой маршрут интересный, с водопадами, с облаками. Мы сейчас едем в одно кафе, которое тоже мне посоветовали мои зрительницы. По дороге, кстати, называется La Provence, оно французское. Ехали в это кафе. Вот оно выглядит как, вот знаете, настоящая французская кафешечка. Где-то в Гавайях.
И кто-то на Тесле приехал сюда, наверное, хозяин. Никого нет, и здесь уже, знаете, температура резко поменялась, намного прохладнее здесь, потому что горы. Смотрите, какие здесь десерты, как во Франции. В общем, оказывается, они открыты только по выходным на завтрак, но выпечка у них есть каждый день. Что мы понабирали круассанов и десертов, будем сейчас кайфовать. Это лучшие десерты в Америке, которые я когда-либо пробовала. Мы вон с Тоддом уже съели по половине всего. Смотрите, какие красоты мы проезжаем по дороге. Наш отель где-то там, внизу. Вау, как красиво. Это лава. Это вулканическая лава. Сейчас шок. No way. Смотрите, смотрите. Старые разбитые машины. Просто посреди дороги. Это ж вот baby. Какой вид потрясающий. Это так страшно. It's scary, yeah? It's really scary. Типа, будьте аккуратны. Не заглядывайтесь по сторонам. Oh. Я хочу потрогать лаву. Это лава настоящая, вулканическая. Small or big? Посмотрите туда наверх. Боже мой. На наша дорога серпантинная. Среди лавы. С правой стороны потрясающий вид. Это так красиво. А с левой стороны просто облака. Вулкан. Тут так страшно, но красиво. Машинка едет, смотрите. Да, наконец-то мы спускаемся. И это не пляж. Здесь все равно вокруг воды, лава. Купаться, наверное, невозможно. Спуститься тоже вниз невозможно. Поэтому лучше, конечно, берите джип. Цивилизации. Мы так рады, что нашли людей. Какую-то остановочку с кокосами. Кокосы, манго. Сейчас посмотрим, что тут есть. Вот так это все называется. Посредине ничего. Миленькое место. Домашние макароны кокосовые, алоэ, масла тут изготавливают, мармелад. О, это очень мило. Это хот соус. Вот соль. Baby, look. I think you like that salt. Любит соль. This is cool. Very exotic. Оказывается, это какао, и они делают сырой шоколад, и мы будем сейчас его пробовать. Вау! И здесь маленькая ферма. Прикольное место, конечно, кокосовые макарушки домашние. Really homemade. Прям такие сырые внутри, знаете, прям кокос чувствуется. Не слишком сладкий. И кофе, кстати, очень вкусный. It's sweet, so if you don't like the bitter bean, just suck the white flesh off and leave the bean on the plate and we can compost it. Okay, thank you. Okay. Все деревянное у них здесь. Еще трубочку, смотрите, какую дали мне для кокоса из бамбука. Вот эта белая шкурка. Вкуснее, чем сам какао. It's more delicious. Okay.
Ехали мы и приехали, посмотрите на водопад. Все, теперь мы увидели водопад. Можно ехать домой. В общем, я всем рекомендую взять машину и просто отправиться по этой дороге вокруг Мауи. Это невероятно. Нечего сидеть в отеле. Это просто красота, мой муж. А мы остановились, кстати, курочку продают здесь у нас. Кули чикен называется. Сейчас купим. И здесь есть еще пляж. Небольшой, можно посидеть. Кокосик вам попить. Посидеть, посмотреть на водичку и поесть кули чикен. Что может быть лучше вообще? У нас такой опыт неимоверный. Гавайская еда, гавайская курица, барбекю. И вот вид на море. На лаву. Красота. Очень здесь красивый пляж. Обязательно остановитесь, поешьте эту курочку, полюбуйтесь лавой и водичкой. Такой голубой-голубой. Красота. Тот доволен. Говорит, самая лучшая его поездка в жизни. Ланч приехали во второй ресторан, называется Monkey Pad. Нам его посоветовали друзья. Вот очень вкусный такос с тунцом, очень классненький такой дизайн. Самый лучший Mai Tai коктейль. Вот он как выглядит. The best. Обязательно попробуйте. Он с passion fruit. Так, всем доброе утро. Мы сегодня переезжаем на другую часть острова. И мы направляемся в другой отель. Снова мы наблюдаем красивые виды. Волны такие шикарные. И мы едем, кстати, сейчас на экскурсию подводной лодки. Я так думаю, что мы даже будем на ней идти немножко под водой. Здесь посмотрите, вот какие корни у баян-3. Называется это дерево баян-3. У нас такое же есть в Санкт-Петербурге. В общем, я такого еще не видела, чтобы вот так деревья между собой соединялись. В общем, очень прикольно. Сидим, ждем нашей очереди. Вначале мы пойдем на вот эту лодку, и уже потом с нее мы отправимся на подводную. Я никогда не была на подводной лодке. Нам еще сказали не снимать маски. Оказывается, Гавайи были закрыты почти год от туристов из-за COVID. И они сейчас только открылись. И требуют везде прям маску. Везде. Ужасно, конечно. Не как Флорида. О май гад. Это так, знаете, страшно. Жутковато немножко, да? Вау. Подводная лодка. Всплыла. Пока снимала сторис в инстаграм, она всплыла. Все, мы под водой. Кого мы можем встретить? Самые крупные — это скаты, акулы. Мои любимые сиськи. Вот это круто. Они еще музыку Титаник включили. Что? Мне очень понравилось, было здорово. Вот мы пришли в ресторан, я забыла, как он называется, фиш чего-то там.
Посмотрите, какую красоту нам принесли. Это мое карри из рыбы. Тут ахитуна. Куда махи-махи. Просто вот волшебство. Смотрите, какой здесь вид красивый. Сидите на балкончике, кушаете и смотрите на водичку. Обожаю Гавайи. Это главная улица здесь в курортном городке на острове Мауи. Очень много ресторанов, разных там экскурсий, мороженое, сувениры. Мы приехали в новый отель, в Хаят. И вот такая вот тут очаровашка нас встречает. В предыдущем отеле нам для такого не делали. И он, кстати, был намного дороже, чем вот этот отель Хаят. Второй мы здесь на пару дней. Под окнами свадьба, как у нас была. Я рыдаю, просто не могу. Он прослезился, когда она выходила. Она такая красивая, мой гад. Все кричат, ура, ура. Блин, как красиво, я не могу. Оказывается, у нас в отеле пингвины водятся. Просто вот, знаете, ресепшн вон там. А вон там пляж. А вот здесь пингвины. Ребят, вы что тут делаете? Сегодня мы решили поехать дальше на вулкан, на самую высоту. Знаете, может быть, вы видели такие фотографии в Инстаграме, где выше облаков дорога, и такие фотки красивые получаются. Не знаю, получится ли у нас сегодня. Смотрите, у нас какие виды опять. Мы поднимаемся по дороге на вулкан. Все, мы уже касаемся облаков почти. Мы все выше и выше, и уже облака закрывают дорогу. Уже как бы можно плохо разглядеть море. Практически не видно воду, океан. Мы в облаках. Поднимаемся еще выше. Это так страшно. Уже ничего не видно, посмотрите. Как будто туман. Ну, как бы туман это и есть облака, да? Но, anyway. Буквально 2 минуты назад была темнотень. Облака вокруг, туман. А сейчас солнце, и мы поднимаемся выше. Как мы и говорили, здесь находится рейнджер, который собирает денежки, кэш. Сейчас узнаем, сколько с машины. Вроде как $35, посмотрим. $30 стоило, и оказывается, нужно только кредитной карточкой пользоваться. Все, больше ничем. Поднялись настолько высоко, что когда вот я смотрю туда вниз, у меня просто щекотят ладошки от страха. Ну, настолько страшно. А вообще, вот путешествие по острову, вот если вы будете по Хана Роуд, сюда вверх, все время захватывающий, очень адреналинная, знаете, такая дорога. Постоянно страшно, потому что вокруг лава, обрывы и вообще высоты. Такая красота захватывающая, невероятно. Все, у меня уже кружится голова. Даже не планировала сюда приехать. Мы совершенно случайно поднялись вверх, поэтому я в сарафане, в сланцах. Нужно было кроссовки брать. Холодно. Боже, как страшно. Невероятная красота. Обязательно сюда приезжайте. Вообще в Америке очень красивая природа. По-моему, мне здесь подсказывают, что вот это кратер. Кратер вулкана. Я, если честно, не могу понять, я не вижу, как будто бы вообще там вода. Но не факт. В общем, и отсюда тоже вот другой кратер виднеется. О, это очень красиво. Вот мы вот здесь. Очень красиво. Здесь, оказывается, еще есть туалет, а мы мучились, искали,
бегали, оказывается, он здесь есть. Все здесь цивильно, красиво. Очень необычно, конечно, что... Кажется, что это камни, но это просто лава повсюду. Здесь со всех сторон, куда ни пойди, везде так красиво. Такое впечатление, что это все специально, знаете, нарисовали, создали эту картинку. Красота. Причем здесь вот такие домики, которые закрыты из-за вируса. И туалеты, парковки, все цивильно. Ой, нафотографировались. О, в общем, оказывается, это такое популярное место для блогеров. Блогеры прям здесь как осы. Только и делают, что фотографируются среди облаков. Так, доброе утро, ребята. Мы сегодня едем на... Летим на вертолетах. На один остров, здесь соседний. Примерно час пути нашего маршрута. Spins off and I am all derailed, derailed. Just how we end.